Когда вы в первый раз на себя примерили роль режиссера, будучи зрителем, вот сидя в зале, вы себе вот прикинули, что вы бы сделали иначе? Или такого не было момента? Ну, я бы не сказал, что такой был момент, я не могу так сказать. То есть это ведь не фиксируемые моменты, потому что мы все, что мы смотрим, мы всегда примериваем на себя в той или иной степени. Да? Я бы сделал так-то, я бы сделал так-то. Часто, по крайней мере, таких моментов много в жизни происходит, и я не могу сказать, что такой момент я зафиксировал в своей жизни.